наши любимые подписчики. Сегодня мы с вами говорим, чем турецкий мужчина отличается от украинских. Турецкие женихи одни из самых популярных в мире. Среди украинских женщин они также пользуются большой популярностью. В последний год и в Киеве приезжают все больше и больше. И хотя Турция находится не так далеко от Украины, а жизнь в стране также хаотична, в столице Стамбула частые беспорядки, взрывы, процветает коррупция во власти. От украинских и тем более европейских мужчин турки отличаются. О том, чего ждать от этих мужчин, каких женщин они ищут, как ухаживают и какие они в семейной жизни, вы узнаете прямо сейчас. Менталитет турецкого мужчины очень зависит от того, из какого он региона. Тем более, что среди них есть и христиане. Большие города и курортные более светские, а те, что подальше от них, менее. В Стамбуле мужчины более продвинутые и больше зарабатывают, потому что это крупный город. Поэтому и женятся тут после 30. Но есть в стране и города со строгим религиозным нравом. Причем найти такие можно уже в 2 часах езды от столицы. Большинство женщин там носят закрытую одежду и платок, а в мини-юбке и на каблуках там лучше не гулять. Жену здесь часто выбирает семья. Если мужчина из курортного города, то, скорее всего, как партнер в отношениях он ненадежный, и, несмотря на все обещания, жениться не будет. Таких легко встретить в соцсетях, где они обычно приглашают девушек приехать отдохнуть на море. Многие из них могут делать вид, что богаты, чтобы произвести впечатление. Хотя нельзя отрицать, бывают разные случаи, но в большинстве из них это не так. Кстати, мужчины этой национальности – прирожденные продавцы и преуспевают в торговле в разных областях, от мелких лавочек до крупного бизнеса. Отличительная черта нации – склонность к преувеличениям и болтливости. Не все, что рассказывает турок, окажется правдой. В этом они похожи на арабских и израильских мужчин. А вы не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наш канал и наши выпуски, а также пишите комментарии, что вы думаете об этих видео, и пишите пожелания, что бы вы хотели увидеть. Я вам напоминаю, что в связи с коронавирусом многие сериалы перестали снимать, и пока что они приостановлены. Не болейте, до скорой встречи!